Это пляж Рафаиловича. Вот на том месте, где мы лежим, здесь вообще детский лагерь. Время, когда детский лагерь, вообще людей обычных не пускают. И только вот когда лагерь уходит с этого места, то приходят обычные люди. Но у меня Бобан договорился, он идет в красных труселях. Парень договорился, дал ему определенную сумму, и мы спокойно приходим и выкладываем свои покрывало и спокойно лежим и загораем. Пляж Камушки. Сегодня море волнуется. Плывут кораблики. Можете покататься, как это называется, бублики. Можете прокатиться вот на этих парашютах. Очень много людей с детьми. Там подальше вообще песок, пляж. Море теплое, но грязное сегодня. Там вообще не вижу, что показывает солнце в глаза. И бечище здесь недалеко. Но нам нравится Рафаилович. Дальше зайду. Видите, вокруг горы, дома, отели, апартманы. Такой вот пляж. Пляж Рафаилович.